Всем привет, дорогие друзья, приветствую вас на канале Тугарыча. Итак, что хотел сказать. Смотрите, прекрасный, великолепный сетевой баг был в начале, вот в этом моменте. Вот, Серега там зашел, как бы всех расстрелял. Но Серега красавчик, батя 22, кстати, ссылку на его канал в описании расставлю. Единственное, что мне помогает при игре Warface, это только снижение разрешения игры. То есть это реально как бы ускоряет игру в каком-то плане. Когда я играю на полном разрешении, там персонаж может не уйти в подкат, понимаете, да? То есть как бы скорость прицеливания даже и мышка реагирует не всегда как надо. Ну и вот, собственно говоря, где-то везет, видите, убить чувачка, а он играл с золотой беретой, и он достал меня убивать. То есть люди играют с доном, это нормально, Warface это вообще такая игра, просто пипец. Здесь, в этом моменте, то есть я типа сделал подкат, но сделал его близко к стеночке, из-за этого мой персонаж после подката отказался вставать как бы. То есть видите, он как бы должен встать, но он сидит у меня на картонах, и этот баг данной игры очень сильно бесит, поскольку текстуры именно вот этих квадратов, ящиков, не знаю, они неровные, как бы, и типа персонаж багается и у вас сидит. Это очень, очень часто происходит, когда вы делаете подкат рядом со стеночками, с такими неровными. Но это тоже замечательно, я не знаю, с чем это сравнивается, может здесь есть прострел какой-то, без понятия, но челик меня вот так в легкую просто убивает сквозь вот этот палет, не знаю, там с тряпками какими-то завешенными. Короче, он просто меня фигарит вот так вот и благополучно выпрыгивает, все замечательно. Он меня минусанул, я его при этом даже не видел. Ставлю минку, кидаю гранату на заход, причувствовал, что там был противник, немного, может, и прокоцал там кого-то гренкой. Пытаюсь убежать, убил противника, и хоба, меня убивают снайпер, хотя я уже на 3 метра где-то там, ну 2 метра учесал за стенку, ребята, это просто жесть. Это буквально вот за день поиграл, и все вот такие приколюхи. Вот такая вот игра Warface, 100 мегабит в секунду, пинг 22 миллисекунды, ребята, вот они, столкновения с игроками и прочие сетевые баги, я бы сказал, когда вас фигарят сквозь стенку и вы ничего не можете сделать с этим, вот, поскольку сервак считает, типа, по-другому все было. Тоже интересный моментик очень, ребят, смотрим, никого нету слева, и тут меня убивает медик, великолепно, смотрим, замедленный повтор. Выхожу, значит, за угла, смотрю слева, никого нету, никто там не стоит, никто не прячется. Пытаюсь выпрыгнуть вперед, видеть, по мне уже прошел урон, ребят, из ниоткуда. То есть по мне урон прошел просто из ниоткуда, ребят, там никого не было, и в результате... Ну вот смотрите, этот момент веселый, великолепный, смотрю слева, никого нету, прыгаю вперед, смотрите, справа, ребят, справа жизни, смотрим, хоба, жизнь уменьшается, но там никого не было, спереди, передо мной, понимаете, то есть жизни начинали уменьшались в тот момент, когда я смотрел вперед и там никого не видел. Ну, против слабых игроков, в принципе, более-менее как-то можно играть, как бы, да, там, даже на Full HD получается играть. Повторю, ребята, у меня видеокарта RX 460. Она на 2 гиговая, там покупал за 6500 рублей, вот, а летом 2017 года. Ну, пытаюсь попасть в писта как-то, но просто не попадаю, там, блин, кашу как можно только, и здесь у челика просто не залетает урон по мне, что мне промахивается, и вот так благополучно забираем. Но это более-менее слабенький уровень игроков, не самый сильный, скажем таки. Вот, а с более серьезными противниками очень-очень сложно играть. Видите, как контролится отдача на Саше Грей. Бесплатная Саша Грей, ребят, в пассачиках, пожалуйста, открывайте, стреляйте. Вот даже при стрельбе прокликом отдачу постоянно ведет вверх. И с беретки там золотой или что-нибудь подобное, с какого-нибудь донатика золотого вас без проблем, как говорится, убьют, вот, и все будет нормально. Вот проклик, ребят, то же самое, как он работает, его как бы постоянно ведет вверх. То есть вот такие вот дела. Смотрим, как стреляет беретка. Это просто топчик, ребят, подача по всем вещам. Пока что это топчик. То есть когда-то тайп приблизительно так же стрелял, сейчас тайп полная какашка. Ну а беретка, видите, замечательно все впиливает в тело. Здесь нас очень жестко сжали на респе, но вот видите, беретка, она просто классная. Просто зажимаете кнопочку и все великолепно. Кстати, такое ощущение даже, что мыша работает по-другому при использовании этого оружия, поскольку вот эта вся отдача и прочее, она, ну, не мешает элементарно жить. Вот такие вот выводы, вот такой Warface, тут без доната делать вообще нефиг, просто нефигу. Всем, ребят, удачи, всем пока, всем счастливо.